Всем привет, друзья! С вами Ник37К. И сегодня мы разберем два видео от Киракса. Как вы знаете, недавно он выложил два вот таких вот странных ролика. И сейчас мы их разберем и поговорим о них. Ну а теперь погнали. Для начала поговорим о ролике, где он якобы подрался с разработчиком ЧГ. На первом кадре видно, что это никакой не разраб. По той причине, что это лицо очень похоже на Супова. Кто не знает, он снимает свое лицо в телеграм-канале. Ссылка на него будет в описании. К тому же, разраб ЧГ даже не знает, кто такой Киракс и зачем ему вообще его трогать. Скорее всего, это опять же актер. Я не знаю, зачем он снял это видео, потому что видно, что это не разраб, это просто актер. И поэтому уже все понятно. Также он говорит, что разработчик ему писал. А вот мне интересно, где скрины в видео, потому что он не показывал скрин, что он якобы ему писал. Вот просто послушайте. Я знал, что тут что-то не то. Да. Ладно, хорошо. И, собственно, второй день не пишет разработчик. Если тебе якобы пишет разработчик, тогда ты почему не показываешь скрин переписки или хотя бы одно сообщение от него? Да и вообще, откуда Киракс знает, что это настоящий разработчик, если никто даже не видел его лица и вообще не знает, как он выглядит? Скорее всего, опять же, это просто кликбейт для того, чтобы набрать себе аудиторию и после этого захайпиться. Ну ладно, с этим уже разобрались, переходим к следующему видео. Следующее его видео — это где якобы разработчик попал в аварию. Для начала мы послушаем, что он говорит, а уже потом разберемся. Ну, если ты любишь Кинган, как и я, то обязательно ставь лайк, подписывайся. Да и видно, что в этом видео у него эмоции поддельные. Где он якобы плачет, вот это вот у него видно, что это поддельные эмоции, а не настоящие. Нерадостное видео, ведь разработчик Кингана может реально умер. Мне в его видео интересно одно, откуда он берет эту информацию, если он вообще как бы не знаком с разработчиком и вообще даже его не видел. Вот просто откуда вот эта информация? Вот он во многих вот этих вот видео, типа вот драка с разработчиком, вот это вот, он просто откуда это берет, я вот не понимаю, вот, честное слово. Если вы понимаете, то пишите в комментариях, давайте смотреть дальше. Как вы знаете, я имел, собственно... с разработчиком связи. Ну это понятно, с разработчиком ЧГ многие имеют связь, потому что у него как бы есть L-почта, по которой он может с кем угодно связаться. Но он опять же говорит, что якобы с ним общался и якобы помогал ему делать обновы. А вот мне интересно, но опять же, откуда он это взял? Откуда просто он взял это, что якобы разраб с ним делает обновы и все вот это вот такое? Ведь разработчик многим не отвечает по той причине, что он занят, он все делает чикинган, и он занят. Ну и также Киракс говорит, что он якобы с ним много общался, это опять же фейк. В общем-то, что хочу сказать по этому поводу, два вот его этих ролика — это все фейк. Это все кликбейт и это все фейк, поэтому такие дела. Ну а с вами был я, Ник37К, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока. Ах да, с 1 апреля.